Всем привет, друзья! Ну, в общем, китайский станок продолжает меня беспокоить. Это магазин Metal Master, которому я отправил бабку. Видите, ее здесь нет, которая была выше вот этого центра на 2 миллиметра. Говорит, пришлите номер станины. Вот этот вот номер. Вот он. Ну, там 2-0. Ну вот, нафоткал, отправил. Ждем, что будет. Дальше очень уже интересно. То есть вопрос там в замене бабки. Вот такой вот короткий ролик. Вот такие вот большие проблемы. Все, всем спасибо и пока.